начинать, с одной стороны, страшно, с другой стороны, риски-то меньше. Ну, то есть ты ничего не потеряешь, когда у тебя ничего нет. Hey guys, today we're traveling 200 kilometers to the west of Yekaterinburg, to the small village of Mali Turish. Okay guys, we're driving into Mali Turish. That's the village we're going to. Today is really hot. It's like 30 and possibly 32 during the day. So Gazelle asked us to come at 9 a.m. So we had to leave Yekaterinburg around 6 a.m. Hey guys, we have come again to the countryside, and this place is called Mali Turish. It's a small village of just 60 houses. And to the right of me is Gazelle. And this young lady is trying to give this village a new life. And that's what she's been working on for the last 7 years. Hello guys, nice to meet you and welcome to Mali Turish, somewhere in the Ural Mountains. And let's start. Let's start. We'll do it in Russian, but if you want to, you can always switch. Okay, thank you. Расскажи, пожалуйста, как и что тебя связывает с этим местом? В этой деревне родилась моя бабушка. Ее уже, к сожалению, с нами нет, но она очень долго была лицом нашего проекта. И когда-то мой папа купил в этой деревне дом в 2005 году. Gazelle just told me there's, I said 60 houses, in fact, only 16. This is how small it is. Да, деревня очень маленькая. В ней живет всего лишь 50 жителей. Больше всего, конечно, здесь люди пожилого возраста. И когда-то, 7 лет назад, когда я в очередной раз приехала в эту деревню, они все говорили, да мы тут помирать будем. А где ты родилась? А я родилась в Екатеринбурге. А, в Екатеринбурге, да. Понятно. Но сейчас тебя связывают больше с Москвой, наверное, да? Потому что ты получила образование в Москве. Да, я закончила Московский государственный университет, факультет мировой политики. Отлично. Вот. И 15 лет я живу в Москве. Но вот сейчас, например, я приехала сюда в деревню на машине, и, честно сказать, когда меня спрашивают, когда ты в Москву вернешься, я говорю, наверное, к осени. Потому что здесь очень хорошо, и после московской изоляции в город возвращаться не хочется. Почему после получения диплома в Москве ты не решила, ну, не продолжила строить карьеру в Москве? Ну, как это не продолжила? Продолжила. Продолжила. Ну, то есть, получив диплом, я уехала сначала на год поработать в Калининград по специальности. Но потом поняла, что калининградский климат не мой. Я вернулась обратно в Москву, я работала в IT-компании. Вот, и вообще-то думала, что я буду работать в офисе с белым воротничком, в красивом костюме и с большой зарплатой. Так, и что случилось? Но что-то пошло не так. Ты знаешь, в какой-то момент я серьезно на полном... Прям вот серьезно стала думать, что вообще-то, ну, у меня все как у обычных людей. 5 дней ты работаешь, в пятницу вечером ты тусуешься, в субботу ты еще как-то расслабляешься, а в воскресенье ты напрягаешься, чтобы в понедельник на работу. Вот, и я в какой-то момент стала думать, а зачем вообще все это? Ну, то есть, есть ли в этом какой-то смысл? И попутно, параллельно, пока я работала в офисе, мы с моей коллегой основали производство галстуков бабочек. И в какой-то момент, ну, с галстуками-бабочками стало все так хорошо, что я стала думать, а зачем я вообще на работу хожу, если мне за выходные я получаю больше денег, чем за месяц. Я на тот момент уже понимала, что нужно делать что-то в деревне, потому что здесь классно, потому что папа пасека, потому что надо помогать. И увольняясь из САПа, я купила оборудование и привезла сюда к папе и сказала, слушай, папа, давай попробуем сделать крем-мед. Тут вот бабушки, попросим их ягодки для нас собрать. И так я, сама того не думая, без всяких бизнес-планов, без ничего, начала что-то делать в деревне Малый Турыш. Все это сделала изначально, чтобы, а, помочь папе, б, как-то трудоустроить бабушек. И изначально в основе бизнеса лежит идея, что я хочу, чтобы деревня не умерла, чтобы она развивалась, чтобы здесь появлялась жизнь, чтобы здесь рождались дети, и чтобы здесь можно было жить. Вот. И, собственно, это самая главная такая миссия у бизнеса. Я хочу, чтобы деревня жила. То есть сколько людей у тебя было трудоустроено, скажем, 3 года назад, 5 лет назад и сейчас? А давай я тебе скажу в сезонных сотрудниках, потому Хорошо. Что это, наверное, самый такой, как сказать-то... Ну, то есть вот когда-то мы начинали, в 2013 году первые 4 бабушки собирали для нас ягодки, ну, то есть лесную землянику, мы ее сушили и добавляли мед. Вот в этом году я насчитала, что уже где-то 320 человек приносило нам ягодки. Ничего и себе. И сезон еще не закончен. Если смотреть на это, то это очень большой показатель, потому что по факту мы даем возможность заработать. И заработать каким-то
непридуманным способом, а то, чем всегда люди пытались зарабатывать. Люди всегда собирали ягоды, собирали грибы. Просто мы в какой-то момент поняли, что из этого всего добра, это же ужасно вкусно, можно производить классный продукт. Ну а вообще в штате у нас работает 12 человек, то есть мы все вместе трудимся здесь. А штат я имею в виду и московский офис, и, соответственно, людей на производстве. Давай мы с ними так проходим в ворота, а дальше я пойду посмотрю, что они там делают. Ну вот, то есть зайдем. Ну, заходите. Да. А это в Нижний Рюс, да? Да. Едешь сейчас в сторону Нижнего. А здесь самое вкусное у вас? Почти что. Так, это с чем у нас? Земляника. Земляника вся. Блин, Оля, то есть это опять же проблема только на Пашке. Страшно все закручивается вправо, а откручивается влево. Она все время крутит в разные стороны, чтобы понять. И этот, и этот. Сколько баночек получается из одного тазика? Вот из одного. Смотря какой тазик. Да, смотря какой тазик. Из вот такого. Не знаю, 16-12 баночек, так, понятно. Гуля, скажи, что у тебя самый любимый, какой тут десерт? Ну, варенье земляничное, конечно. Любимое? Да, и медовый мусс с облепихой и с корицей, я тоже очень люблю. Черника с розмарином, да? Так. Клубнику. Так. Потом две штуки брусники. В состав травы входит душица, смородиновый лист. А сколько в день ложечки делаете? Это получается, если у нас полная смена, бывало, по-моему, и до 3,5 тысячи. 3,5 тысячи? Да, это травяные. Wow. Но облепиха больше чуть-чуть. Ну, на 500, наверное. Mm. Так, заливаем что? Сироп? Это сироп, да. То вы сказали, что в жару пчелы не кусаются? Нет. Они просто лежат, загорают. А, ну. И вас не трогают. Выходной. Понимаю. Шуточки, шуточки. Угу. Может, чашку кофе? Привет. О, было бы круто. А, это здравствуйте. Катя, моя коллега. Здравствуйте. В общем, это... Как это? О, таинственный секретарь тут нас кто патрулил в почте, хотя Катя на самом деле решает все вопросы, вообще все. Поэтому если кому-то... в общем, тот случай, понимаешь, когда я не прочитала ваше письмо, но мне о нем рассказали. И не ответили. Нет, нет, мы живем недалеко в Москве. Да, мы все в Москве живем. Да, просто мы вот тут все тусуемся. Ты загорать пошла? Нет. По делам. Ну да. Вау, то есть это у тебя команда из Москвы? Так, мы все на тачке приехали. Такой open space, да, у вас? Видишь, это как бы дизайнер тут работает. Вот такие дела. Ничего себе. Женщины через полчаса пойдут на обед. Вот. А ягодки где-то начинают с двух. Но может быть сегодня кто-то умный поехал раньше собирать ягоды. They invited us to have some coffee and snacks with them. I still can't wrap my head around the fact that she brought her Moscow team to work in the village for the summer. Talk about dedication. You're hot, buddy. You're hot. I was waiting for the first person to bring some berries so that I can film them, and then came that lady. Расскажите, сколько собрали, как долго собирали? 3 часа. 3 часа вот это все, да? Mm-hmm. А далеко надо в лес уходить? Ой, далеко. Далеко, да? Угу. Пешком точно не найти. А то есть вы на машине ездите? Да. Какая красота. Давайте. Всего доброго. До свидания. Попробуйте ягодки. Если нам, то с удовольствием. Так, с удовольствием попробуйте. Давайте, давайте. Well, we got some wild strawberries. Now it's time to taste them. Including me, there's 3 languages here. Russian, Tatar, and English now. Mm. Straight from the woods.
yes, I love it. Okay, that's good. Вкусные ягодки. И вам нравится? Нет, очень. Только наелись уже. Сколько ягодок в день приходится съедать? Ой, уже нисколько. Они уже надоели. Я даже собирать уже их не хочу. This is wild strawberries. Tatarian hospitality. Yes, yes it is. Come on, Tatar Russian. Спасибо. Пожалуйста. See? I told you the trip was worth it. Yes. Доброе утро. Доброе утро. Чего, уже на лавочке? Конечно. Тебя ждут, оживаюсь. Да? Не дай бог, я по сухой траву не говорил. Это видишь, это ты сидишь на лавочке, все видишь, значит. Так я каждый день хожу, здесь смотрю. Отлично. Я тра Горфенко дам. Несу службу. А? Несешь службу, говорю. Конечно. Насколько я понимаю, русские деревни, они такие, как какая-то безнадега в них, вот, знаешь, есть такая у меня ощущение. И ты придаешь новую жизнь этой деревне. Вот что было, что стало? Ну, давайте начнем с того, что это все-таки татарская деревня. Так, в России татарская. Это немножко отличается, потому что в татарских деревнях, как сказать-то, всегда больше жизни и больше хозяйства. Ну, то есть вот из моих наблюдений, uh-huh. потому что если ты поедешь в Башкирию или поедешь uh-huh. в Татарстан, да. ты ощутишь разницу между Тверской областью, я никого не хочу обидеть, да, uh-huh. и где-нибудь татарскую деревушку, это прям, ну, заметно и видно. Как сказать-то, вот то, что я помню до того, как мы начали что-то здесь делать, ну да, лучшее, что у нас осталось от советских времен, это дорога. В первую очередь, это прям большое достижение, это круто. Естественно, не было ни детской площадки, ни беседки, ни скважины, воды. Здесь не вывозился мусор, соответственно, здесь на месте производства стояла старая баня. Так. И, в общем-то, все, и никакой работы. С чего мы начали, это действительно была детская площадка, потому что дети здесь играли, ну, вот так, на обочине дороги. Ты же да, видишь, что здесь да. нет тропинок, и поэтому хотелось как-то их обезопасить, и поэтому сначала появилась детская площадка. Вот, да. и когда мы детскую площадку открывали, вечером мы увидели, что пожилые люди и жители взрослой деревни катаются на каруселях, и мы поняли, что, а вообще-то они недоигранные дети, значит, нужно будет делать что-то и для них тоже. Когда площадку открывали, и был длинный стол, они все подходили и говорили спасибо. А за что спасибо? А за то, что мы 30 лет, первый раз за 30 лет собрались здесь все вместе попить чай. И для меня это было шоком, и поэтому следующим логичным продолжением детской площадки стала вот эта вот беседка. Там же попутно мы делали как раз скважину питьевой воды и вывоз мусора. А это вот Анжела, ездит на УАЗике. Так, сделала тушка. Это вот наша сотрудница Анжела ездит на УАЗике, и мы все смеемся, что когда-нибудь, когда будет выходной, в этот тяжелый период, она нас покатает в кузове, и у нас будет уральское родео. Вот. Ой, это было бы классно. Общественный центр. Ты его строишь на свои деньги? Фу. Схема финансирования общественного центра очень сложная. Так. Почему она сложная? Если бы у меня было столько денег, и если бы они были лишние, угу. я бы сразу построила и не парилась. Угу. Привет, Шамиль и Бэй. Всемилен, такие собачки милые. Здравствуйте. Когда мы наконец поняли, что будет общественный центр наполнять, посчитали модельку и поняли, что можно сделать здание, которое может само себя окупать и при этом нести какие-то социальные изменения в деревню, мы стали думать, окей, если это стоит там 20 миллионов рублей, uh-huh. откуда эти деньги брать? Изначально казалось, о, сейчас мы быстро все найдем, за год построим. Но в какой-то момент ты мудреешь, понимаешь, что это процесс, что даже в этом процессе надо научиться наслаждаться. To celebrate the beginning of the construction of this community center, Güzel invited a famous Russian rock band to perform for free. Unbelievable, but they agreed to do it. It was a charity concert and people came from all over. Moscow, Yekaterinburg, and even London.
all together with local people that were enjoying some nice music. Unbelievable. Группа Чайф. Это, ну, лучшее, что можно придумать. Но для меня это музыка детства, для папы это музыка молодости. И вообще это в деревне знают, и в городе знают. Uh-huh. И так я в какой-то момент пришла к продюсеру, к Дмитрию Гройсману. Потом пришла к Владимиру Шахрину и сказала: слушайте, дяденьки, вы знаете, я вот тут в общественный центр строю, вот деревня. А не хотите ли вы сыграть концерт в деревне посреди нигде? И ты знаешь, к моему удивлению, они согласились. Ну, то есть группа Чайф действительно сыграла концерт в поле посреди нигде. Когда это было? Это было 1 августа 2018 года. Mm-hmm. И при этом концерт они играли бесплатно. Mm-hmm. Все деньги, которые мы собрали на продаже билетов, а это порядка 600 тысяч рублей, мы отправили в строительство общественного центра. Я стала думать, хорошо, если мы строим то, чего нет, значит, наверняка эта идея может быть интересна каким-то брендам. И поскольку это длительный процесс, но сейчас в нашем пуле 13 брендов, которые нас поддерживают. Кто-то нас поддерживает материалами, кто-то нас поддерживает компетенциями. Кто-то, uh-huh. например, как банк «Точка» поддерживает нас деньгами, например, полностью целиком крыша этого здания, которое стоило почти 2 миллиона рублей, uh-huh. сделана на деньги банка «Точка», за что им огромное спасибо. Ну, то есть, например, компания «Урса», сейчас мы увидим, это очень классный утеплитель, ну, то есть предоставила фуру утеплителя. Компания «Гудвуд», например, делала проект, так. целиком и передавала его уже своим партнерам, компании uh-huh. «Элбрус», которая как раз здание возводит. Вот. И сейчас мы ведем переговоры, и я думаю, что все будет хорошо, и даже компания «Икея» станет партнером строительства общественного центра. «Икея»? Да. Ничего себе. 5 февраля мы запустили пошив чехлов для подушек и карт-холдеров. И вы сейчас... здесь их прямо шьете, да? Да. Mm-hmm. Потому что очень много тех, кто хочет развивать что-то свое, кто не хочет никуда уезжать, кто говорит, это мой дом, я буду здесь. Стоит ли ждать решения этой задачи от государства? Я для себя понимаю, что нет, не стоит. Mm-hmm. Ну, потому что жизнь, она очень короткая, короткая, она бежит очень быстро. Поэтому моя задача сделать так, чтобы таких, как я, стало больше. Mm-hmm. Вот. И если у нас получится такая модель, а самое главное, получится потом модель финансирования общественного центра и окупаемости его, значит, мне кажется, таких примеров должно быть как минимум 10 через несколько лет. Хотелось бы. Этот центр планируется, чтобы он стал точкой притяжения для иностранцев? Вообще, на самом деле, нам очень интересно работать с иностранцами. Знаешь, почему? Потому что, когда сюда приезжают люди с другим цветом кожи, говорящие на другом языке, деревня Малый Турыш вдруг резко понимает, что «Ой, а мы, похоже, центр мира!» А это, на самом деле, одна из важнейших задач, которые есть вообще в развитии территории, чтобы люди понимали свою связь с другим миром. Потому что, когда я все это начинала, все говорили, мы тут никому не нужны, мы вообще посреди нигде. А сегодня они понимают, ну да, у нас тут вчера индусы приезжали, ой, а завтра кто-то из Китая приедет, а послезавтра еще кто-то. Быть может, мы говорим все на разных языках, но неважно, где ты живешь, по факту у нас все, у всех-всех одинаковые ценности. Мы все хотим жить в мире, мы все хотим расти детей, и мы все вообще-то про одно, и мы все про какую-то теплоту, что ли, человеческих отношений. Да, возможно, если ты не говоришь на языке, у тебя с этим проблемы, но деревня Малый Турыш умеет использовать Google Translate в режиме разговора, поэтому разговор клеится. Так, ну давай экскурсию тогда по дому. Здесь будет центральный вход. С этой стороны у нас будет маленькая пекарня, потому что в деревне Малый Турыш, если ты хочешь купить хлеб, ты будешь как бы покупать хлеб раз в неделю в автолавке. Мне хотелось бы, чтобы ты мог есть свежий хлеб из пекарни, который только что испекли, класть на него свежее масло, которое вот только что сделали из-под коровы. И весь второй этаж, на втором этаже у нас 9 модулей для туристов. Номера у нас будут не очень большие, но с очень красивым видом, потому что если здесь лететь, взлететь и посмотреть, вы поймете, что здесь безумно красивые панорамы, это Уральские горы. Того, что я назвала бы «Золотая яйца». Вот, и там будет ванна с окном, как мы ругались за это окно со всеми местными, ну, как местными, с папой, с моим, потому что все-таки зачем ванна окно? Я говорю, вы не понимаете, что это, опять же, про другое качество жизни, это как теплый хлеб с маслом есть. Но как бы есть разница, замороженные из морозилки оттаившие или как бы вот теплый хлеб с маслом, такая же история. Продувалка.
This building is going to be the local community center, something that Guzel's working on, and this is where the construction is happening, and I'm really impressed. It's really, really spacious, but the best part is it has a wonderful, wonderful view of the countryside. Гузель, очень красиво, но как сюда добраться? Ну, у нас есть два пути. Так. А для тех, кто любит летать, можно долететь до Екатеринбурга, либо до Перми на самолете. И дальше 230 километров, ну, у нас будет трансфер, ну, то есть можно добраться на машине. И если вы любите путешествовать поездом, а у нас здесь проходит Транссибирская магистраль. И можно сесть в поезд и за 26 часов добраться из Москвы на поезде до города Красноуфимск. А если вы путешествуете дальше, дальше вы можете сесть и поехать в сторону Байкала вполне себе спокойно. Now, so that you get the idea, this village doesn't have a store, doesn't have a convenience store. So people, in order to get some bread, you know, just the bare necessities, they have to walk to the nearby village about 5 kilometers. Or they bring the groceries to them. I think it's once a week there's a van that comes from Yekaterinburg and it brings them the products. So sometimes they have to freeze a loaf of bread so that they can unfreeze it later. Next thing that I did was visit Guzel's father at his apiary. His name is Ravil. I was a little scared of the bees, but what can I do, right? Ну что, здравствуйте. Здравствуйте. Ришат. Ришат? Так, ну, устроите мне экскурсию, значит, да, по пасеке? Пойдемте. Когда вы занялись этим делом, пчеловодством? Пчеловодством я занялся в 2005 году. До этого помогал отцу. В принципе, это все мне от отца пасека досталось. Потому что возраст, уже тяжело было заниматься. Uh-huh. Отец собирался продавать пасеку. Так. Вот. В результате, я говорю, пап, давай займемся вместе. 8 лет мы с ним вместе занимались. Почему я здесь купил домик, ему 8 лет, он мне более-менее как-то натаскивал, помогал. А на каком этапе Гузель присоединилась? Ну, на каком этапе Гузель присоединилась? В принципе, она всегда немножко помогала наездами. А присоединилась, когда у нас пасека стала более-менее расширилась, грубо говоря, там до 50-60 уликов, мед стал оставаться, мы не могли продать его. Мед, он такой продукт, что он, вся продажа идет на доверие. Только раз тебя попробовали, не понравилось, он не вернется к тебе. Будет искать что-то другое. Количество ульев у вас сколько было изначально и сколько сейчас? Ну, где-то сейчас, так скажем, от 70 до 80. Угу. А мед когда можно ждать? Мед, ну, обычно мы качаем в начале августа. А. Для интереса. Так, что у нас тут? 83-100. Механические весы, да, у вас? Ну, да. В общем, где-то 10 на вылете сейчас. 10 тысяч пчел? Ну, где-то, да. Ничего себе. А общее количество пчел сколько всего? В этой семье? Нет, вообще, на пасеке. Ой, это тяжело сосчитать. Это надо умножить, да? Я могу сказать, что в этой семье где-то, эта семья сильная, 1030, наверное. Вау. Расскажите про рабочий день. Во сколько начинается у вас рабочий день? До скольки? Ну, мужики у меня приходят к 8. Угу. Так что мы не сказать, что мы так рано встаем. Мужики-то раньше у них скотина и все. Угу. Они до прихода ко мне успевают поработать со своей скотиной, а потом приходят ко мне. Хорошо. И до скольки работаете? Часов до 8, наверное. Часов до 8, то есть ничего себе, 12 часов, да? Ну, дома еще работают. Еще да. И дома работают. Огород, теплица. Огород, теплица. Руки заняты всегда. Да, это да. Точно. Прогуляемся. Сейчас на траве работали. Сейчас. So this is my protective gear to protect me from the bees. How was it? Oh, it was good. We just went to the apiary. I hope that's the right word. It's where Guzel's father is a beekeeper. So he took me to his apiary. And that was great. You know, for me, it was a game of survival because I thought they would get me, but they didn't. Thanks to the very cool protective gear. Saved my life. Кусали тебе? Нет, повезло, ни одного укуса. Сейчас, долго роете, уйдем.
Да, они сказали, что пчелы злые, когда жара. Да, 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 они рои люди. Ага. В общем, мне повезло. Привет. Ой. Ну как, понравилось? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Chainsaw and a toolbox, that's what you need in the village. Гузель, ты говорила, что выработала 4 шага к становлению, к возрождению деревни. Расскажи, какие 4 шага? Первое, что нужно, чтобы деревня росла, развивалась и жила хоть как-то, нужно дать людям работу. То есть нужны рабочие места. Мы начали с производства, соответственно, появились первые сотрудники. Когда появились первые сотрудники, мы начали коммуницировать, поняли, какие нужды у жителей, и где, соответственно, говорилось и про детскую площадку, и про скважину, и про то, и про все. И так мы перешли ко второму шагу, когда мы начали развивать инфраструктуру деревни. То есть мы таким образом заботимся о своих сотрудниках в первую очередь, но уже и обо всей деревне. Третья штуковина очень важная, которая нужна, это нужно установить связи. Ну, то есть это очень базовая связь город и деревня. Потому что деревни в России могут производить много всего. Ну, то есть вкусного, полезного, красивого. Но где у нас рынок сбыта? Рынок сбыта, как правило, у нас в городах. Либо онлайн, как вариант, да? И, соответственно, наладить вот эти вот ниточки, когда деревня знает, что мы сейчас производим, и эти баночки попадут людям где-то там, это вот одна из вещей. А вторая штука еще очень важна, чтобы люди, живущие в деревне, в территории, понимали, что они часть большого-большого мира. И четвертый шаг, что я понимаю, что на самом деле российскую деревню может спасти малое предпринимательство. Препятствием к появлению маленьких бизнесов очень часто является то, что люди не умеют планировать. Ну, то есть, к сожалению, старшее поколение, которое занимается бизнесом в регионах, это поколение моего папы, да, далеко не каждый понимает, что такое посчитать финансовую модель. Ну, то есть, далеко не каждый понимает, что такое посчитать смету заранее и ввязываться только ты, если ты понимаешь, что ты можешь это осилить, да? Отлично, вопрос. А кто или что для тебя источник вдохновения? Что, ну, может, на кого-то ориентируешься или... Ты знаешь, для меня источник вдохновения те самые люди, которые в деревне живут. Благо, у меня хорошая память и очень много контента, я могу оглядываться назад и очень хорошо сравнивается, что было и что стало. И я знаю, что кто-то дом построил, а кто-то там, у кого-то новая машина, а у кого-то когда-то появилась стиральная машина самого первого сотрудника, да? То есть это какие-то базовые вещи, которыми я вижу, что качество жизни людей, которые с нами работают, мы вместе работаем, оно растет, и это на самом деле самый большой мотиватор. Когда ты понимаешь, что люди из состояния выживать сейчас живут в состоянии, когда я планирую свое будущее. Как только люди начинают планировать свое будущее, ты сам понимаешь, что изменения, они вообще не за горами. И инициатива у этих людей тоже есть. Скажи, планируется ли международная доставка? Международная доставка у нас есть, то есть все товары можно заказать у нас на сайте, если вводить кириллицей, то это turish.rf, а английский сайт у нас еще, к сожалению, в разработке, то есть сайт только на русском языке, но тем не менее заказы мы отправляем по всему миру, есть еще сайт coco-bello.com, вот, так что можно все заказать, и если у вас не получается платить картой на сайте, мы можем выставить счет через PayPal. Это все. То есть мы это все умеем, если что, нам можно писать письма на английском и немецком, ответим, говорим, все в порядке. Поэтому добро пожаловать всем. Отлично. Спасибо тебе за такую большую экскурсию. Да, спасибо. Все 65-летние садятся сейчас и сидят дома. Угу. Ань, ты в порядке? Да. Тебе не жарко? Жарко. Some of these buildings have definitely seen better days. Better days, better days. So to sum things up, guys, we just had a wonderful conversation with Gazelle, and she showed us around her village, and it was really an eye-opening experience. That's great. You know, people talk about social responsibility of a business. What this is what she's doing. Her business is socially responsible, and she's employing the locals. And it's not about making money. It's about making a difference. About making a difference in the community that matters to you. So right now we're in this village,
And like she said, it's just a village of 16 houses. Can you believe how small it is? Like, she's got a lot of support throughout Russia, and this is something that touches everybody's heart. They're like, oh, you know, it's, everybody knows that the countryside is important, so everybody feels like, yeah, I want to be part of this. And so by buying products from her, you're like supporting the community and just the whole countryside development in Russia.